Попытка постримить ИРЛ. До этого я пробовал сделать это с мобильного интернета. И он отваливался постоянно, просто каждую секунду. Я приехал в офис, и у меня... Сука, сломался интернет. Короче, тут оказывается съемка. Не, он открывал Принглс и пересыпал. Нет, они зачем я делаю квадратные просто. Вырезали. Да, вырезали. Сейчас получается? Блять, ну все, удаляю Twitch. Все, нет, не удаляю. Ура, блядь. Стасяну приветик, он меня знает. Тебе модер нужен? Давай я дам тебе модера. Здорово. Ну, короче, да, дело было в мобильном интернете. Так, вот, не нравится. Так, ну, блядь. Где ты сейчас живешь? В Подмосковье. В загородом жить заебись, плюс вейп. Как дела, гигант? Охуенно. Приехал писать музыку, день третий. Вчера на даче, не, дома. Шапку снимаешь вообще? Ну да, и мне надо было... Я ответил на твой вопрос. Блять, хочу таких шапок наделать сам. Очень здоровско. Мы вчера... Блять, что мы вчера сделали? Кто был, кто видел у меня кружочек в телеге, где я рассказывал про то, что я пластинки купил, и типа какие-то там японские или китайские дети поют? Кто-то видел этот кружок? Видел этот кружок кто-то? Мы вчера посэмплировали, нахуй. Чуть-чуть покажу. Стримерсы. Смотрю на вас, да. Все, все работает, наконец-то, ебаный в рот. Наконец-то все работает. Слава небесам. Пойдемте на студийку спустимся, там можно будет разговаривать, потому что я не ебал, что тут съемка, блядь. Сейчас я на студию спущусь. А сколько у вас здесь моторов? До вечера. Прокофьев снимает свой подкаст. Подкаст номер 2. Добро пожаловать, нахуй. Смотрите, какая у меня богатая студия, блядь. Хотите конфетки? Сейчас покушаю. Так, куда-то надо телефон поставить. Вот, отличное место. Сегодня должен приехать комп. Я взял комп для стримов вообще. Но решил его привезти не домой, а в студию. Наверное, будем стримить здесь с компа нормально. Вот. И все... чтобы тут с вами хуйней всякой заниматься. Ебать, чел, ты помятый. Чё в твоей жизни? Слушай, да, блядь, все охуенно. Проснулся, сходил в зальчик, вкусно покушал. Вот, приехал, сегодня музыку буду делать. С другом вечером поздно увижусь. К подкасту готовился. Завтра 2 подкаста. Вообще все потрясающе. Не знаю, может, я помято выгляжу? Странно. Зубарев топ мужик, но если сравнивать сейчас и какой он был, то сейчас он немного уже зазвездился. Слушай, я не знаю, с чем ты сравниваешь. Может быть, ты ошибаешься. С одной стороны, может быть, да, ты прав или права, потому что, как бы, когда медийка растет, к тебе так много внимания приковано, что ты начинаешь какие-то границы очерчивать. При том, что я не видел, чтобы Саша Зубарев как-то грубо разговаривал с людьми. Хотя он начинал с этого карьеру, он типа всех нахуй слал в чате просто по приколу. Либо тебе это уже кажется из-за того, что он чаще где-то появляется, как бы, ну, не знаю, мне Саша кажется супер искренним, классным мужиком. Эльдар, почему 285 онлайна всего? Потому что обо мне все забыли. Я никому нахуй не нужен. Эх. Вот бы, блин, вернуть то время, когда я был нужен. Может, ТГ ссылку на Twitch? Да в пизду. Я просто делаю вот эти тестовые стримы пока что еще. Как бы, ну, не хочется лишний раз дергать людей. Я просто еще хапишься за счет других имена. Да. Да. Все, что ты говоришь, да. Какие планы на этот год? Крутые. Я, блядь, салам алейкум. Обзор на конфеты. Конфеты без сахара. Какие-то. Играл ли я когда-либо в доту? Не. Когда я играл в игры, это было лет 10, наверное, назад, если, даже больше. А когда я видел все игры, где вид сверху, я такой, иди нахуй. Я любил там пострелялки какие-то. Пасьянс паук. Планирую часто стримить. Ну, по возможности, но хотелось бы, да. Прикольная тема. Я сейчас все настрою на компе. И буду здесь стримить просто, как музло делаем. Ну, вот, был у нас стрим один из первых. Я из дома стримил, мы 3 трека сделали. Было охуенно. Есть ли желание Павла Дурова на подкаст позвать? Конечно, да. Я думаю, что у Павла Дурова нет желания ходить вообще на какие-либо подкасты. Эльдар, какая у вас самая большая покупка в жизни? Не знаю, наверное, хата родителям. Пока что. У меня проблема, начала много болтать, маниакальный эпизод привета была в ремиссии, не добег, если опять. Сил тебе, не знаю, я не знаком с этими штуками. Сил тебе, я тебя крепко обнимаю. Вряд ли это поможет, наверное, но просто желаю тебе сил. Вчера тебя Даня Каша на стриме отпустил. Очень жаль, блин. Эх, как больно. У тебя донаты приходят? Нет. Когда будет что-нибудь по КликКлаку. КликКлак шел третий сезон, я не знаю, когда, мы не планируем, но сейчас уже с апреля начинаем снимать новые проекты. Помимо создания музыки, планируешь что-нибудь смотреть на стримах? Чуваки, смотрите. Не то, чтобы я, когда завел Twitch, сел и такой, начал писать. Я планирую смотреть ТикТоки, писать музыку, общаться с чатиком и играть в Counter-Strike. Чего захочу, то и буду делать. Как бы пока такое у меня не очень серьезное отношение к этому, ко всему. Я так чисто поугарать, попиздеть. Что, пока его? Да, правильно. Что там? Привет, большой человек с маленькими ногами. Что? Привет. Будут ли зашкварные истории? Не считаю этичным запускать зашкварные истории без пацанов. Не, тебе не кажется, что на новом выпуске Басту Зубарю не дали раскрыться, потому что Баста слишком много пространства занимает? Короче, мне кажется, дурацкой идеей вообще является съемки «Вопроса ребром» в Дубае, потому что законодательство этой страны очень сильно ограничивают. То есть на самом деле там, кто был там вживую, небольшое количество людей, там было разъебно. Но 40 минут вы видели по итогу, потому что очень много чего пришлось вырезать. Вот. А то, что Баста пространство занимает. Чуваки, ну он такой чувак, такой человек сам по себе. Типа, кого-то тоже не устраивает и выдрачивает, когда я на подкастах много говорю, а я подкаст для этого и запускал, блядь, это не интервью. То есть тоже не стоит путать, да? Формат, где гостю задает вопрос интервьюер и сидит, слушает. Это вообще не то. Это частая претензия от тех, кто приходит первый или второй раз подкаст смотреть. А «Вопрос ребром» вообще типа развлекательная передача. Вообще, клевая тема. Если вам не нравится, можно не смотреть. Это самое крутое, что вы можете делать, чтобы не ебать себе голову. Брат, я не могу сейчас послушать трек. Спасибо большое за предложение. Чем собираюсь заниматься в ближайшее время? Ну вот, сейчас музло. Завтра подкасты. Послезавтра какие-то встречи по делам. Какие-то по бизнесу. Дела. Каждый день что-то делаю. Сделал я Twitch, увидев Прокофьева на Твиче. Да этому каналу лет 6. Я просто люблю прямые эфиры, но всегда делал их в Телеграме. А потом и все, не мог никак не дойти до создания Твича. А потом вспомнил, что у меня есть аккаунт, и просто зашел в него. Тут есть даже, если вы посмотрите, вырезки с там, трансляции там, 5-летней давности. В телеге можно делать прямой эфир. Да. А что у меня было с волосами на вопросе ребром? Блядь, я не знаю. Это позор. Ну, мне похуй. Ну, вот я попросил меня как-то уложить, потому что у меня, были они вот так. Я говорю, можно мне как-то уложить? Не уложили, получилось очень плохо. И варианта что-то исправить не было. Я говорю, хорошо, давайте вот так, когда хотя бы кринжово сделаем. Всем похуй, никто не оценил мою постороннюю. Предложи хорошее шампанское. Я предлагаю тебе хорошее шампанское. Опа. Опа, подъехали всякие приколы. Обзор на студию. Да тут нечего пока обозревать. Давайте доделаю и тогда сделаем обзор на студию. С Владой нет пока планов делать подкаст. Может, когда-нибудь сделаем. Чё, с кайфом? С кайфом. За сколько на лысо? За 100 рублей, брат. 100 рублей, и я бреюсь. Мне большего не надо. Стоит ли нацеливаться... Я проебал. Очень нужно. Стоит ли нацеливаться, чтобы никогда не начинать даже пить? Как кайф. Ну, я не знаю. Пить-то нормально. Ну, просто не... Ну, аккуратно. Знаете, не всегда замечаешь, как это превращается в алкоголизм. Мы много раз об этом говорили. Знаю, что почти весь ТикТок в нарезках с мелом. Ладно. Я видел, конечно, и, конечно, понимал, что это будет обсуждаться, но, опять же, говорю, и... Я в ахуе, это моя позиция. Я видел всякие комментарии по поводу того, что я завидую там, и так далее. Думаю, ну, ваша правда. Если если у вас все упирается в бабки, то хорошо. У меня не все упирается в бабки. Хотя у меня охуенно с деньгами все. Вообще очень хорошо. Я ни в чем себе не отказываю. В целом больше мне не надо. Больше всегда появляется. Появляются новые комфортные штуки и условия в моей жизни и возможности. Но в целом, не знаю, у меня отношение такое к деньгам, что на первый миллион так же похуй, как на первый миллиард, типа. И я счастливым человеком был всегда, кроме там, может быть, каких-то там депрессивных, запойных состояний. И то я себя там нормально чувствовал. Это я же постфактум такой, ух, кринж, ужас. Но реакция мне нравится. Мне нравится реакция, я очень рад, что адекватных людей больше в интернете, чем тех, кто пишет мне, чтоб твоя мать сдохла, мразь. Клянусь, вот типа мне вот такое пишет. Ну и там понятный психологический портрет в целом. Не дай бог, я когда-нибудь буду нравиться людям, которым нравится вот этот персонаж, которого мы обсуждали на подкасте. Вот. Просто вещи, о которой трудно молчать. Что я смотрю и думаю, ладно, я говорю, я сказал сразу, мне с ним все давно понятно. Я его не осуждаю, где-то мне жаль этого человека именно потому, что ну, то, что с ним происходит внутри, это кошмар, и я ему могу посочувствовать, как зависимый человек тоже, который всю жизнь пытался с этим бороться, и кажется, справляюсь, да. Вот в этих вещах я могу посочувствовать, но мне он абсолютно понятен. Абсолютно также понятно мне, что зрители, многие зрители, там, как правило, супер простые какие-нибудь чуваки, которых это восторгает. Я в ахуе больше с того, что это все медийные люди поддерживают, закрывая глаза на вот весь бэкграунд и на то, что было. Все, я думаю, ебать, пацаны. Ну вот это стыдно. Это стыдно и показывает, кто чего стоит. Все. И то, что там потом мне начинают писать, да, у тебя тоже есть цена, вот, блядь, тебе просто денег не дали. Блядь, пишите, что хотите вообще. Это ваше право. Я вам могу пожелать только здоровечка, ментального в первую очередь. Потому что вещи, которые пишут люди, очень многое говорят о них самих. Ты красава, что не зазнался. Но это неправда, слушай. У меня были моменты, когда у меня слетал колпак, и я реально зазнавался, мог там нахуй послать. записывал сторис сомнительного характера, где говорил: не подходите ко мне, идите нахуй. У меня был такой момент. Это я просто не справился с какой-то там ебанутой популярностью в 2017, кажется, году, когда был Версус, и вот эта вся движуха. И меня тогда доебало, что каждые там 50 метров ко мне подходят на улице. Я просто не смог с этим справиться. И потом уходил из интернета, чтобы как-то излечить эту хуйню свою. Вернулся, и там типа у меня уже там цифр не было таких, как раньше. И я потом выкарабкивался. Но и слава богу, что я выбрался из этого здоровым относительно. Вот это, наверное, самое главное. То есть, выбирая между теми просмотрами на клипах, которые у меня были раньше, и ментальным здоровьем, я, конечно, выберу ментальное здоровье, потому что в цифры я наигрался давно, у меня все охуенно. И даже если... Ну, я рассматриваю вариант, что когда-нибудь, может быть, я уйду и буду чем-то там типа другим заниматься, более спокойным, или уйду за кадр. Но творчество все равно останется в моей жизни. Но, опять же, вот то, что многие думают, что все упирается в цифры, ну, хуй знает. Ну, хуй знает. Конечно, да, хочется, чтобы то, что ты делаешь... было востребовано у как можно большего количества людей. Это всегда приятно, это приносит бенефиты. Да, эти бенефиты устраивают тебе более комфортную жизнь и позволяют больше производить. Но в целом не в этом счастье. И не в этом зачастие. Тебе нравится высказывание, рассуждение Фрейм-таймер? Нравится ли то, чем он занимается? Да, Саша красавчик. Мы, кстати, сидели с ним пару лет назад, вот прямо здесь. И я тогда уже перестал делать подкаст на какое-то время и говорил: Саня, пиздатый ты мужик, тебе надо делать подкаст. Крутой ты тип, сделай свой подкаст. Нужно ли наладить контакт с другом, которого очень сильно обидел? Слушай, если у тебя хватит сил для того, чтобы признать свою ошибку и извиниться, покаяться, то будет круто. Мы часто гордость нам не позволяет это сделать. Но признавать свои ошибки круто. Если ты понимаешь, что ты его обидел, подумай об этом нормально, типа со всех сторон, и поговори. Мы всегда должны разговаривать друг с другом. Я только что ответил на вопрос, бывали ли моменты, когда сносила башку. Да, было, конечно. Если человек с кем-то поссорился и потом об этом пожалел. Да нет. Те, с кем я ссорился, реально ссорился, я с ними помирился. Типа там Руслана Крейзи, Мегахэла, да, Гри, я там нагнал что-то там в 2018 году. Не знаю, с Хаваном мы ссорились. Тоже посрались, потом помирились. Так нет, таких людей нет. Вот только единственный есть человек, который сам со мной поссорился, но у него специфика этого, его характер, и вот характера такая, что он ссорится вообще со всеми. Поэтому тут я вообще как бы не думаю об этом. Просто, ну, я сначала не понимал, в чем дело, типа, что, блядь, произошло. Пытался выяснить, поговорить. Потом понял, что в этом нет никакого смысла. Вот, ну, еда, я вот говорю про ДК. В этом нет никакого смысла. Пусть как бы живет свою жизнь. И... мне вообще как-то уже поровну. Побольше света сделать в студийке. Базаришь. Но я говорю, я тут оборудую все как раз, чтобы можно было и музыку писать, и стримы делать. Я просто говорю с телефона сейчас. В августе начал ловить политические атаки. За это время так переосмыслил свою жизнь, понял, где тупил полжизни, понял, что часто забивал на то, что действительно хотел. Сейчас наконец-то понял, что надо просто поставить себе цели и идти к ней, как бы плохо не было, и постепенно учиться во всем. И что интересно, не пропускайте свои ментальные звоночки. Люди кайфуют. Базаришь, бро. Ну и важно, конечно, кайфовать от пути. Кто-то кайфует от цели, но мне кажется, самое крутое, это когда ты в процессе постоянно получаешь удовольствие от всех мелочей, которые происходят, даже от, блядь, каких-то препятствий, вспомнил слово. Расскажи, как попал к Василию Михайловичу. Ну, я приехал сняться в «Вопросе ребром», и у них слетел что-то, как раз они искали себе соведущего, попробовали, кажется, Бустера, может, еще кого-то, я не помню, без ведущего даже были, предложили мне на выпуск с Ивлеевой. Я отвел, и они такие, давай с нами. Я говорю, давайте, все. И теперь каждый раз, как бы мне пишут, привет, у нас новый мотор, вот такого числа. Я говорю, погнали. Брат, как тебе ТикТок про атаку титанов с тобой? Да, да, забавно. Я давно подписан на этого чувака. Я просто 10 лет на заводе отсидел, и только через 10 лет понял, что люблю писать, снимать и смешить людей. Так что рано или поздно встретим еще раз, Эльдар. Я желаю тебе успехов. Пусть путь будет интересным. Хотел бы через некоторое время еще раз прийти на сессию. Поход к Диброву тебе дал какие-то ответы или, может, появилась ясность мыслей? Да, хотел бы, конечно, это очень интересный формат в целом. Дал мне он какие-то ответы, но, может быть, я чуть-чуть больше какие-то вещи для себя понял и потом со своим психологом, психотерапевтом это обсуждал. Кстати, думаю, в ближайшее время вернуться в психотерапию. Меня не было в уличных гонках уже несколько месяцев, там, типа, с осени, по-моему. Надо вернуться, у меня много новых вопросов накопилось, как бы, вообще к организации моей тонкой души. Советую ли я терапию? Да, но важно найти своего, скажем так, терапевта, потому что много хуйни, ну и есть люди, которые вам просто не подходят. Может быть, подход другой вам нужен. Вот я позанимался со своей психологом несколько месяцев и в процессе понял, что мне как будто нужно пожестче чуть-чуть. Вот не знаю, вот такое у меня предчувствие было интуитивное, что ну вот со мной чуть-чуть пожестче надо. Может быть, мне нужен этот психотерапевт-мужик. Дагестанец. Прикиньте, психотерапевт-дагестанец был бы охуенно, который такой, мозги не еби, ты чё, очкошник, бля? Вот такой. Есть ли смысл от этих терапий психологов? Просто и так понятно, где и в чем проблема. Ну, слушай, если у тебя получается решать эти проблемы, которые ты понимаешь, то, наверное, нет. А если ты топчешься на месте, то стоит попробовать. Но важно помнить, что за 1, 2, 3 сеанса... Ну, не будет такого, что ты пришел, час послушал, такой, не, хуйня какая-то. Такие маленькие, хватит плаки-плаки, не завидуйте успешному человеку, свое напрощенное воскресенье. Простите. Простите меня за мою зависть. Посмотрел подкаст, очень крутая работа, от души, но не соглашусь насчет Молстроя, не его фанат. Просто мы все не святые. Кто-то казик рекламирует, кто-то казино, это тоже разрушает судьбы людей. И всем он девушкам платил бабки за фотки, рекламировал их. Ох, блядь, ладно, все. Ну, это твое мнение, твое мнение. Я как бы... Я говорю, у меня вопросов к вам нет никаких. Ни к нему, ни к ним у меня вопросов уже давно никаких нет. Ваше право выбирать себе героев, и я не имею права вас за это осуждать. Просто у нас разные взгляды, и это абсолютно нормально. Мир большой, люди разные. Кому-то нравятся вот такие персонажи, кому-то нужно другое. Но важно понимать, что это тоже очень сильно сказывается на вашей жизни. Все эти маленькие тонкости формируют вашу жизнь. То, кто вам нравится, какие у вас принципы жизненные. Все. Если ты делаешь его своим кумиром, значит, ты находишь себя в нем. Все, блядь. Здорово, у меня тут это, стрим. Не говори плохие слова, такие как... Хорошо, блин. Не, блядь, можно говорить, нельзя оскорбительные говорить слова. Ну, типа, знаешь, оскорбляющие какие-нибудь расы, меньшинства, вот это вот все. Я привез новых пластинок. А звучку взял? Да, все взял. Сейчас я попрошу, они в машине. Вот здесь. Дань, а пластинки в тачке остались? Да, сейчас я все принесу. Кайф, кайф. Вот здесь звуковуха, и все, что к ней нужно. О, кайф, спасибо тебе большое, легенда. Тогда знаешь, что вот этот можно наверх унести. Посоветуй на канал на ютубе. И слушай, есть у меня такой прикол, я просто подписываюсь, несмотря как что называется. Я могу книгу начать читать и не знать, как она называется. Я просто такой, о, интересно. То же самое с каналами на ютубе. Слушаю твои подкасты, пока по работе катаюсь. Очень круто. Зубаревым прям отлично был. Такой ламповый и честный. Стой, прям все в точку. Отщи, брат. Когда Федя Бугер на подкасте? Ну, я думаю, что в этом году 100%. Помню, познакомились на проекте «Можно все» на Билайне, что ли. Тогда там был тип, который рэп читал. Общаешься еще с ним. Это про меня? Не, я с «Можно все» общаюсь только с Ивлеевой. С кем будет следующий подкаст? Ну, слушайте, завтра, кстати, снимаю с одной девчонкой, у которой очень дикие, ебанутые истории. Пускай это останется сюрпризом. Многие из вас ее знают. Мы знакомы с ней. Она стрельнула недавно, мы знакомы лет 7, и у нее просто сумасшедшая жизнь. И из таких подкастов, которые мы любим, где можно поговорить обо всем на планете, у нас будет Игорь Джибраилов завтра. Знаете или нет, но будет 100% круто. Он крутой. Руслан тоже будет... КМХ. Но мы, по-моему, на апрель договорились. Там поняли, что нам есть пиздец, как много чего обсудить. Руслан Усачевка. Все, все, про подкасты, все, пожалуйста, отстаньте. Отстаньте, блядь. Сейчас мы откроем портал в ёбаный ад. Все будут там, все будут, всех на планете позову. Вы все приходите ко мне тоже на подкаст. Я вас всех приглашаю. Завтра подкаст с Равшаном 24. Потом с Ксера 345-6. Дианка 969. Я жду тебя на подкасте. Подкаст с Ахрипом. Он в тюрьме. Ахрип в тюрьме. Меня туда не пускают. Мы редко на связи. Вы все приглашены на подкаст. Кстати, вы все члены группы «Упал Сахар». А, нет, мы же с вами трек не писали. Вот все, кто был на том стриме, где мы писали трек, вы в группе. А остальные ждите стрим, когда будем писать трек для группы «Упал Сахар». И вы будете приняты в группу. Что думаешь по поводу того, что Алишер букмекерку рекламировал? Хочет, если. Пускай рекламирует. Это его право. И, знаете, человеку и так тяжело. Количество ограничений, наложенных на него, он сумасшедшее. Поэтому я могу понять. Что за девушка в твоих тиктоках? Потом расскажу. Че, бро, может ее нет, а мне встать отсюда? Ну давай, да, подключим. Да просто я ебланил и... А вот там она в этой сумке. Это не девушка, это он через нейронку сделал. Да. У меня много друзей, которые, как и я, сидят в интернете. И из-за того, что Малстрой стал мемом, решили, что он хороший, крутой, начали... Все, давайте не будем об этом. Сори, что проигнорировал твой вопрос, но просто давайте не будем об этом, как бы... Я проснулся. Доброе утро, Кирилл Горевич. Жду тебя, приглашаю тебя на свой подкаст. Равшан, спасибо. Лезги, гада, ты тут чисто общение проводишь. Чисто, да, общение провожу. Ну, пока так. Донаты включены? Не. Прикольно, когда блогер видит абсолютно весь чат. Ну, я что-то, конечно, пропускаю, но пока вот так, да. Пока так. Все, я просто не хочу сильно растить свой твич, пока не разберусь в нем полностью. Я сегодня ИРЛ по-еблански пытался провести, у меня ничего не получилось. Я, там мне... Тут у нас есть Кирилл, он гений твича, он мне все настроит, как только приедет комп. Комп приедет сегодня. Как относишься к тому, что Джарахов рекламировал Клинское в клипе с Дружко? Ну... Нормально. Видите, вот когда кто-то спрашивает о том, как я отношусь к рекламе, там, типа букмекерских контор, я прекрасно помню, что рекламировал алкоголь и не видел в этом ничего такого. И в целом, ну, я его просто пил, и все, и рекламировал. Сейчас я его не пью. Мне недавно предложили ебанутый контракт на кучу денег, которые я не зарабатываю. Там прям охуенно много денег. Можно купить себе... Сука, ну самолет, наверное, можно. Ну вертолет, наверное, можно купить. И они предложили мне контракт на год. Мало кто предлагает вообще контракты на год. Просто обычно это какие-то интеграции или что-то такое. Тут контракт на год. Охуительно много денег, потому что еще с бухла спрос больше, типа там стоимость 2х. Ну я... Год назад, наверное, но я бы согласился, потому что я пил. Сейчас я такой, ну, ребята, вы не видите в этом лицемерие. А смотрите, Радик пришел, блин. Кто его знает, тот в курсе! Вы тоже не взяли? Не, взяли, но... Спросили, ты обрезанный. Ну, посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Конечно, я обрезанный. Я раньше вот такой был. Меня... Поехали. Холодно просто. Здорово, пениса, здорово. Эльдар, ты какаешь? Это отдельный разговор в моем телеграм-канале. Я вчера, наконец-то, я позавчера захотел штуку для правильного каканья. И вчера получил. Я лью кристалл, и шатон мое. Мечтал теперь мое. Штука для правильного каканья. Когда рок-н-рофл 2... Ну, надеюсь, в этом году очень много треков. Ебать, сколько треков. И это все надо допилить, доделать и в что-то собрать. Я пока не тороплюсь. Я просто пишу треки. Но их пиздец какое большое количество. Не знаю, там посмотрим. Может, будет и альбом, и делюкс, и какой-то другой, хуй знает. Какие-то треки, может, в телегу там солью. Посмотрим. Каждый день слушаю твои треки, успехов в альбоме. Приятно. Эльдар, когда дабстеп в России будем популяризировать? Погнали. Давай сейчас. А ты делал дабстеп когда-нибудь? Я, кстати, начал обращать внимание, в каких-то западных чартах все чаще появляется дабстеп. Люблю дабстеп вообще. У меня есть одна песня, ну, не моя, добавленная, где реально охуенно, органично вплели дабстеп сначала попсовую песню, потом, которая переходит в рокерскую. А, ну давай, может, выкупил, кто будет на грядущем подкасте. Ну-ка, попробуй, скажи. Давай, расскажи нам. Расскажи, а мы вместе посмеемся. Дэд Блонд. Ну, не угадал. Что с Киркоровым? Больше не развлекаетесь? Нет времени для развлечений, брат. Сука. Еблан. Самое смешное. Да я не скажу так. Это же надо вспоминать. Самая смешная история. Моя жизнь одна сплошная комедия. Вы с Киркоровым занимались тем же, что он с Паниным. Но если они с Паниным записывали фит, то да. И подкаст, то да. Тем же самым. Все, погнали, погнали, погнали. Сколько стрим будет идти? Секунду. Мне бы контактного типа, я бы на сам чуть прошел. Трогал новый пресс Киркорова. Мужчины, почему вас так это интересует? Что с вами? Из всех прессов я только свой трогал, бля, его там нет, он пропал куда-то. Вы что, ебанулись, да хватит. Сильно стрессово было сниматься в трек, конечно, да нет. Бывали дни, когда я без настроения там снимался, как, блядь, и это было видно, и это очень непрофессионально с моей стороны. Но я буду развиваться в этом плане. Делать так, чтобы вы не видели, когда мне на самом деле больно внутри. Сейчас будем с пацанами сэмплировать пластиночки, бля. Как относишься к курочкам из Майнкрафта? Трогал их пресс? Да. Куда пропал Руслан Кубик? Руслан уехал в Португалию. Ой. Он живет лучшую жизнь пенсионера. Сколько ему? 40 есть? 40, может быть. Но Руслан красавчик, выглядит на все 100. Ширинка расстегнута, блядь. Опять в рот кому-то давал, забыл. Пенсионером. Я стал пенсионером в 5 лет. У меня есть пенсия. 7000 в месяц. Приходит на карту, которой у меня нет. Там, наверное, сейчас 1000. 200, нахуй. Что за хуйня? Это... Мне прислали ребята из шоу Дзен. Вот, тут было все закрыто, надо было ножницами вырезать. И здесь типа всякие отсылочки ко всем их выпускам. Но это очень пиздатая хуйня. Бро, если хватит спамить один и тот же вопрос, я не буду отвечать на вопросы, когда с кем подкаст. Пожалуйста, отстань от меня, блядь, нафиг, нахуй. У меня, кстати, через час этот урок вокала. А что если, прикиньте, постримить урок вокала? Это же такой кринж. Напиши прям 18-20 в Польше. А. Тогда не через час, он говорит, в 17. Да, я здесь до вечера, допоздна, так что я тебя в любом случае жду, дорогой. Все, никакого не будет урока вокала. У меня просто их не было год, наверное. Поэтому в следующий раз. Я не готов к этому уровню кринжа, но у меня препод охуительный. Просто чудесный чувак. Урок бокала, да. Сегодня глянул подкаст с Зубаревым и решил завязать с бухлом. Я тебе желаю, блядь, успехов максимальных. Не иди на сделки с дьяволом, который будет говорить тебе, ну давай сегодня выпьем, уже неделя прошла. Держись, держись, блядь. Я смог, ты тоже сможешь. Покажи инсту за баклов помпу. Вот такие у меня. Вот такие у меня стримы. Что думаешь, разъебу? Покажи инсулиновую помпу. Что еще показать? Я вчера бухнул и решил завязать с Зубаревым. Красавчик. Я вчера завязал... Все, нет, это не мое. Покажи жопку. Покажи писю. Ого, помпа, вот это да. Покажи сисю. Джарахов, подари шапку с подкаста, она крутая. У меня уже подруга попросила, чтобы я ей подарил, она первая попросила. А я, блядь, человек простой. Вот я недавно снимался в «Импровизаторах», и мне Арсений Попов напомнил, я их почему-то не помню. Он такой на прошлых съемках говорит: крутые очки, а что это? Я говорю: на, твои. Вот я вот такой чел, который, типа, мне, ну это пиздец. Мне говорят: это у тебя клевая был, это, типа, чувак проходит, говорит: клевая куртка. Я говорю: твоя. Крутой хуй, это я. Не думал делать лайв-подкасты. Ну, посмотрим. А может быть, действительно можно делать через какой-нибудь Дискорд. Подкаст номер 2. Ну, блядь, слишком много подкастов. Я еще хочу сделать подкаст с подписчиками, типа, отдельным форматом. Подкаст с прохожими. Я начал делать вещи своими руками. Была маска из лего, была пушка из энергосов. Сейчас делаю пушку из капель, но стоит продолжать. Я не видел, ну, конечно. Я не видел, что ты делаешь, как у тебя получается, но вообще я за все креативное. Креатив круто, блядь. У тебя хуй двойной, как язык у змеи. Да. Да, у меня двойной хуй. Один в штанах, другой во рту. Блядь, мне стыдно. Переходник? Ну да. Да надо у того чувака спрашивать, а он... Мне стыдно. Go feed Stocksism. Go. Зари по приколу. Вот такие вот. Там снимают люди. Я приколист! Не вот такой хуйни. Жестко прикалываюсь, блядь, 24 часа. Комментарий, да, кринж, согласен. Но что поделать? Ебать, свет крутой. Вот это я блогер. Я еще хочу конфет. Без сахара. Ебать, я выгляжу как бомжара. Круто, мне очень идет. Мне реально было бы... Мне бы очень пошло быть бомжом. Цепочку показать. Какую-то хуйню купил тоже в китайском аэропорту. Это зайчик. Это вы, подписчики. Я самый крутой среди муравьев. Я самый крутой среди муравьев, слышь? Киньте донаты, бомжу, не надо, умоляю. Блин, на полу лежать очень охуенно. Вот я сейчас куплю новый ковер сюда. Я не знаю, я вот из тех людей, кто вместо того, чтобы посидеть на диване, сядет вот... Есть такие здесь кто-нибудь, кто вот так вот любит сидеть просто на полу, оперевшись вот об эту хуйню на диване? Вот просто обожаю, всю жизнь так делаю. Все любят, респекты. Давайте уколемся по приколу. Ура, передоз. Черт, 100, попробую конфетки. Спасибо. Где их найти? Как там Джей? Да, отлично, он сидит. Не хочет лицо показывать. Лех, ты как, Элджей? Ты как? Элджей? Да. Когда новый дроп? С Кайанджелом? И с ним. Вчера был. Вчера был? Круто. Гражданство какой бы страны я хотел получить? Лилипутии почему-то до сих пор не дали. О, не-не-не, бро, охуенно, пускай там будет. Да. Купили рейлы мне в студию, чтобы у меня тут шмотки висели тоже. Чтобы я мог в офисе переодеваться, ходить красивенький. Мини-холодильник хорошая тема. Ну, чуть-чуть побольше. Вот того, что ты... Да, 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 типа того, охуенно было. Был секс с Ивлеевой. Брат, твоя мама сменила фамилию, что ли? Блять, извините, ужас какой! Что, бля... Извините. Мне очень стыдно. Извини, я очень сильно извиняюсь. Но я горжусь где-то внутри собой. Я очень извиняюсь, правда. Сейчас, блядь, я просто это... Покажи манник. Да, ну, это вынужденная мера, я не умею стричь себе ногти просто. Маленький, как у девушки, зуба. Меня раскрыли. Всем не хау. Я булочка. Покажи хуй. В телеграм-канале. Да кого-то мини холодильник, а да кого-то обычный, да, Эльдар? Да, мышь. Что делать, если все знакомые иноагенты? Грустить, блядь. Шерсть ебаная, это я. Тебе надо вот для таких штук, короче... Че глаза, блядь, красные? Я пытаюсь, блядь, одновременно смотреть в камеру и на экран. Я ебал себя во всем. Да, я обкололся же. Хрючево вкусное. Я блядь. Обколышен. Так, погнали. О, ебать, круто, мусорки, ура, нахуй. Даня, ты легенда. Бля, Даня легенда, отвечаю. Надо понять, куда большую поставить, куда маленькую. Как думаешь? Как будто большую лучше вот туда. Блин, ребята, вот потихонечку обустраиваю студию, потом ебану, покажу вам, все будете говорить. Вая. Ну, пока, да. Сейчас, погоди, лучше все вырубить, а потом это делать. Давай начнем с чего-то не русскому. Это гру... Не. Это я в России где-то покупал. Давай вот пока вот всякие Монсеррат Кабалье уберем, и все, где написано на русском Владимир Высоцкий. Давай посмотрим что-то, вот какую-то ебанину, которую я покупал в других странах. Вот это уже все похоже на правду, да. La guitarra sentimental. Как будто подходит. La guitarra sentimental. Джарахов, когда ты вырастешь? Да уже поздно, ебаный в рот. А делаются же операции по увеличению роста? Да? По несколько там, миллиметров в месяц растешь. Насколько можно вырасти? Тебя разрезают кость и потихонечку вот так вот раздвигают ее, и она начинает сама сращиваться. Мне так охуенно быть пиздюком. Я ебал в рот резать себе кости. Круто. Мне нормально, можно сосать стоя. Я на розстріли, коли побачив я на лаві стільки рук, і кожен, хто прийшов для мене